чистая и мягкая вода, о ней в городском поселении Белозерске раньше лишь мечтали. Качество одного из важнейших для жизни ресурсов едва ли проходило по нижней границе. Новая станция обезжелезивания существенно повлияет на ситуацию. Мы давно мечтали открыть такой объект, который позволит нам чистить, готовить воду, доводить ее до норматива для того, чтобы уже очищенная вода шла в нашу сеть и в наши многоквартирные дома на каждый кран каждому жителю. Поселок имеет очень жесткую воду с большим содержанием железа. И вот сейчас очистка железа позволит все-таки нам улучшить эту вот составляющую экологию воды, а это, наверное, то, что жители ждали, наверное, с момента, как построен поселок, потому что серьезной станции водоочистки у нас не было. Вода из трех артезианских скважин приходит на станцию, где подвергается многоуровневой очистке, ведь процесс полностью автоматизирован. В аэрационных трубах происходит окисление железа, и железо выпадает в осадок. Далее вода проходит через систему фильтров, что позволяет полностью устранить осадок. На выходе мы получаем чистую мягкую воду. В такой не только помыться можно или постирать вещи, ее и выпить не страшно. Попробуем? Да. Прекрасная вода. Как с родника с ключкой, да? Да. Новая станция обезжелезивания – это объект 21 века. Современное оборудование гарантирует высокое качество воды. Проблема, с которой поселение боролось с самого основания, теперь решена. Александр Иванов, Руслан Полянин, новости из Кровект.